Жюри второго этапа конкурса «Мисс Тамбовская область» выбрало самую талантливую участницу. Наш корреспондент Александр Титов посмотрел на самодеятельность первых красавиц Тамбовщины и узнал имя финалистки. Анне Черемисиной 23 года. На конкурсе она представляет Моршанск. В первом этапе девушке поучаствовать не удалось, поэтому она хорошо подготовилась ко второму, чтобы произвести впечатление на строгое и придирчивое жюри. И все равно волнение скрывает с трудом. К данному этапу я приготовила замечательную песню группы «Астудио», так же, как все. Я вообще вот как бы не особо на сцене выступала, как певица там. Поэтому все девочки очень переживают, готовятся. На конкурсе «Мисс Талант» участницы не только исполняли песни и читали стихи. Были здесь и художницы, и танцовщицы, и даже музыканты. Участниц на этом этапе всего 7, а организаторами были выбраны самые интересные номера, и уже среди них жюри выбирало победительницу, которая досрочно попадет в десятку финалисток. На каждом предварительном этапе у нас абсолютно разный состав жюри. Таким образом, мы пытаемся добиться более-менее объективной оценки. Почему говорю более-менее? Потому что красота сама по себе субъективна. По итогам голосования победительницей стала Анна Черемисина. В этом ей помогло обаяние и хорошее владение своим голосом. Остальных участниц ждет еще несколько предварительных этапов и голосование мисс зрительских симпатий. Так что шансы попасть в десятку финалисток пока есть у всех. Александр Титов, Виктор Марченко, Инга Андреева, область новостей.